Всем привет! Вот настало время Криоса. Время было 4 утра, я уже жутко хотел спать. А что и как делать, я тут тоже абсолютно не знал. Здесь мне дали 4 новых скилла. Что жать, куда нажимать, куда бежать. Абсолютно ничего не знал. Вот. К тому же еще размер шрифта с пылов, которые читает моб, практически не видно. Так все быстро происходит, то есть вокруг много эффектов, и вот не успеваешь читать. И реально очень быстро. Вот, и особенно когда начинает заливать тебя лавой, расколом, в этом расколе он еще что-то делает, все, сразу теряюсь и отправляюсь на нулю. Слился раз 15 и на утро решил попробовать еще раз. Утром. Со свежей головой я решил попробовать еще раз. Опытным путем выяснил, что шмот можно смело снимать, так как он никак вообще не влияет на статы, и его надо чинить после каждой смерти. Ну, не после каждой смерти, но из-за смерти он ломается. По поводу скиллов. Я взял максимально все пассивки из веток обороны и сопротивления. По поводу бафов. Я съел баночку акритиса, закусил пирамидкой, скушал дегустажку и съел еще одну банку, которая дает 800 к защите и к сопротивлению. Но этого, в принципе, как капля в море, потому что там дают большое количество к этим параметрам. Вот, так как панель скиллов пропадает, пить банки с панели невозможно, да? Я их выставил все в рюкзаке сверху, рюкзак разместил внизу экрана, чтобы было хоть как-то их все видно и легко жать кнопочкой, мышкой, хотя это делать очень неудобно. Не знаю, может кто-то, конечно, так и привык, но для меня это был прям ад. Вот, что касается самого боя. В принципе, так-то ничего сложного, когда начинаешь привыкать к его скиллам, к его анимациям. Вроде начинаешь запоминать, что он и когда планирует делать. Хотя вот, да, бывали моменты, когда он все пространство вокруг заливает маной, эти расколы постоянные, и вот внутри, например, схватит тебя оковами бога, и все, и жопа, ничего не видно, и, в общем-то, ну и. Вот. Что я выяснил? Где-то услышал, где-то узнал. Надо считать до 3 ударов, когда он бьет этими град ударов. И на 3-й раз прожимаем 2-й скилл, это щит. Он как бы получает оглушение, и в этот момент мы нажимаем 1-й скилл и наносим ему дамаг, плюс еще хиляемся. Скилл оковы бога я по большей части вообще игнорировал. Ну, ничего не делал с ним, пускай он мне пошвыряет. Конечно, да, нехорошо, если он после этого скастанет парочку каких-нибудь своих мощных атак. Ну, это, тут уже на удачу. По поводу землетрясения. Я его прерывал либо 4-м скиллом, после чего нажимал 1-й скилл, чтобы отхиляться немножечко. Либо, когда он кастует уже 3-й круг, 3-ю волну, я делал отпрыжку назад. Ну, либо на 2-м кругу делал отпрыжку назад, но иногда бывало так, вроде бы отпрыгнул, но вот буквально пару метров не успевал отойти и получал дамаг. Когда он делает раскол, в принципе, увернуться несложно. Видно круги, куда он планирует прыгать. Хотя, опять же, эти круги не видно, когда вокруг очень много лавы. Поэтому всегда старайтесь как можно дальше держаться от лавы. Иначе вот он начинает там кастовать одно с другой, еще когда метеоры начинают падать, вообще ничего не видно. Вот, в данный момент он у меня ушел за тропинку, вот за этот круг. Не допускайте такого, иначе он на себе чуть-чуть отхиливает хп. Вот, не сильно, но как бы обидно.
Ну и все, в общем-то, в этом вся тактика. Стараемся всегда считать 1, 2, 3 град ударов. Правда, часто было так, что первую тройку я град ударов пропускал, потому что он ее тут же кастует после какой-нибудь своей обилки, а на мне еще щит не откатился. А вот следующую тройку град ударов я уже, да, комбил щит и первый скилл. Пылающие небеса я тоже динамил, просто бегал вокруг него, старался его дамажить. По лужам, лавам, опять же, стараемся не бегать. Единственное, да, когда начинаешь его атачить, иногда даже вот с комбой щит, ну, 2-1, да, скиллы, он возвращается в лаву, и там как бы, ну, в стане сидит, прям в луже. И вот вы вроде бы как бы и хиляетесь одновременно в него, ну и также и дамаг получаете. Хотя хиляетесь, конечно, больше, но все равно такой момент не очень приятный. Ну и так, дальше снимаем до 50% и все, босс пройден. Вот. Ну, признаюсь, у меня еще был маленький чит. С пылы Кириоса мне читала жена. И у меня какие-то моменты были такие, чтобы подсмотреть, что у меня там по скиллам, что откатилось, что не откатилось. Банки посмотреть, какие откатились, какие не откатились, чтобы выпить, если что. Чтобы не тупить лишний раз. Только бой, только смерть. Ну, в общем-то, и вся тактика. Главное, не знаю, наверное, выбрать скиллы из сапры и обороны. Снять с себя весь шмот, а дальше можно его мучить сколько угодно. И рано или поздно, как бы, вы уже поймете его тактики, атаки. И пройдете. Главное — упорство. И упортость. А сам левел ГС, по большому счету, здесь вообще никакого не имеет значения. Но опять же, шмот снимаем, ГСа нет. У меня вот даже в скиллах в моих видно, что у меня нет никакой стрелочки сейчас. Потому что я полностью голый. Только костюм одет. Также на карте встречаются всякие троны, камни, корни. Тоже старайтесь от них держаться подальше. У меня было несколько раз, я прям застревал в этих тронах. Застревал на них, застревал на самом Кириосе. И вот когда ты стоишь на троне или на Кириосе, персонаж почему-то не хочет ни прыгать, ни бежать, ничего делать. И только получает ору. Не очень удобно. И сама по себе площадь не очень удобная. Ну что поделать. Еще заметил скиллы некоторые боссовые. Когда подходишь к этому боссу первый раз, они написаны на корейском языке. Не переведены на русский. Ну, такого бога продинамил. Землетрясение я ему зафейлил прерыванием, четвертым скиллом. Только бой, только смерть. Снова оковы бога он меня схватил, я его динамлю. Землетрясение я стараюсь отскочить. Метеоры не так страшны. Такого бога. Опять же, я их динамлю. Щит не врубаю. Град ударов вот я сейчас зафейлил. Такое бывает. Только бой, только смерть. Вот град ударов. Раз, два, три. Жмем два и один. И отхиливаемся. Вот после оков бога, да, вот когда вот он начинает раскол кидать или еще что-нибудь подряд, тяжело. Фейлим ему землетрясение, жмем единичку,
Молоко Бога он провязал. Так вот, я застрял как раз в этом стуле, в троне, в табуретке и в корне, в корнях. Так что надо быть очень осторожным в этих местах. Желательно всегда стараться отбежать, отойти. И снова меня кинул в этот стул. Так вот, я провалялся, землетрясение впитал в себя все. Здесь сработала комба, когда он град ударов три раза произвел, нажал щит на двоечку и единичку. Тем самым откилялся и внес ему дамаг. Ну и все, а это уже заставка. Она спинает цепочкой туда-сюда. Ну, считайте, на этом РБ пройден. Всем удачного фарма, всем пока.